Привет, прогрессивные друзья. Это истинный следователь. Это небольшой рассказ про молоко, сколько оно стоит. Молоко 1,5%. Это чтобы меньше жира пить, потому что бедные люди на самом деле едят плохую еду, и она более жирная и вредные, то есть едят свинину с жиром, там куча калорий, до 900 калорий, 600. И этот жир нафиг не нужен организму. Потому что полезная еда, она дорогая. Вот, поэтому хоть немножко, если молоко покупаете, покупайте меньше жира, которое, ну, мне вот так кажется. Молоко стоило, как вы видите, 59 рублей, стало 38,50, причем такой же, точно с такой же датой в перекрестке продавалось 39 рублей, и это почему-то на 50 копеек дешевле, я не знаю почему, ну видно тоже у них неразбериха там. То есть вот такое было же тоже до 10-го. 02. Срок еще не прошел, они скидывают цену, ну и правильно делают. То есть получается такая вот цена, 38,50. Еще стоит белорусское молоко, Князь Вяжич, еще по-моему какое-то. Оно стоит от 60 до 70 рублей. То есть, смотрите, оно дороже всегда любого российского производства. И если, например, вот взять вот это, 38 рублей, 60 рублей, либо 70, от 50 до 100% дороже. Нафиг нужны эти продукты белорусские. Я покупал как-то сметану, сравнивал одно по качеству, одно и то же. Ничем не лучше. Вот так вот получается. А дороже. На 50% иногда и в два раза. Но точно на 50% всегда дороже. Нафига их везут? Пускай сам этот диктатор Лукашенко покупает эти продукты дороже. У них единственный есть смысл привозить дешевле. То есть молоко стоило бы 30 рублей и можно было бы его покупать. Хотя я считаю, что старайтесь не покупать продукты из Беларуси, чтобы не поддерживать там диктатора. Но тут приходится, как бы, да, если продукты местные покупаешь, все равно диктатора, царя поддерживаешь. Вот. Но не покупайте из Беларуси и из Москвы товары. Потому что все вот эти сети, карусель ленты, завалены товарами московскими. Там зарплаты у них больше. Намного больше, там 50-70 тысяч минимальной зарплаты. То есть это получается даже в 2-3 раза и больше. А тут люди должны, бедные, в остальных городах покупать эти товары. И про Беларусь я сказал к тому, что вот на YouTube сейчас выкладывают ролики, как Лукашенко обиделся, кто-то его повел, там, подвел, там Путин, какой-то договор, СНГ государств. Пошли в жопу эти диктаторы сраные. Никому не интересны их договоры. Надо их высадить на необитаемый остров, пускай дать по ножу, пускай прирежут друг друга и идут в жопу. Эти диктаторы, кто что, какой газ продает. Ну а мы будем владельцами всего в стране без этих диктаторов. Всем спасибо, пока. Это был истинный следователь. Рассказ про молоко.